Очередное чудесное спасение совершили врачи Видновской районной клинической больницы. В конце октября к ним поступил тяжелый пациент с синдромом диабетической стопы, к тому же с коронавирусной инфекцией. У Сергея Ковригина диабет второго типа. На фоне этого на левой ноге у пенсионера образовалось воспаление. Обратился в Дзержинскую больницу. Там и заболел ковидом. А стопа продолжала гноиться. Не попади Сергей Васильевич в Видное, он мог бы лишиться ноги. Высокопрофессиональные специалисты ВРКБ смогли предоставить больному грамотное лечение. Ему выполнена остеонекроктомия. Рана очистилась сейчас, гранулирует, и пациент готовится к выписке. Сегодня здоровью Сергея ничего не угрожает. Коронавирус для него тоже прошел почти незаметно. Переболел им пенсионер в легкой форме. Может, я сам застудился чуть-чуть, у меня просто кашель был. И все, а так, дня два температура подержалась, и все. Видновская районная клиническая больница – одна из немногих в области, где создан полноценный ковидный стационар. Здесь лечат больных коронавирусом по разным профилям. Работают отделения хирургии, травматологии, кардиологии и неврологии.